Мы еще немного погуляем, уже скоро темнеть начнет. Моя программа особо не меняется. Снимаю, монтирую, выкладываю. Вот, но надо еще будет мне тут кое-чем важным заняться. Я тут не только отдыхаю. Это, наверное, тоже какое-то прикольное кафе. Тут очень много кафе, на самом деле. Тут на каждом шагу. О, эти статуи. Да и тут, я помню, ходила, бродила. Кто из старичков помнит этот ресторан? Марджуна виднеется. Пойдем проведаем. Это обмен валют. Доллар 15 на 50. О, сколько статуй тут. Великое множество. Тоже всегда хотела здесь пройтись именно пешком. Рассмотреть поближе эти статуи. Вон их. Вон их сколько. Небо снова в облаках, в тучках. Не тепло, дорога сухая. Быстро сохнет. Как здорово. Травушка зеленая такая. Колючая. Как ежик. Тегалаланг Пулунг. Рисовая терраса. Скоро съездим. И она говорит, там какой-то храм с той стороны. Много людей приезжают. Какая-то площадка. Ну, в принципе, да, вот что-то виднеется. Можно будет зайти. Не сегодня. Другой разочек. А, сфоткать? Давай. Еще сим-карты. Пимпля. Мне все кажется, что раз в Индии были по разным ценам эти сим-карты, может быть и здесь тоже. Но такой магазин, мне кажется, тут будут такие цены. Ого-го. Ой, какой кондишн. Ну нету тоже вот 200 тысяч рупий, вот эти 24 гигабайта. Ну потом можно типа докупать. Да. С другой стороны, мы неделю вот в этом отельчике, там как бы Wi-Fi. Может, мне не хватит этого Wi-Fi пока. Надо подумать. О! Ну, и тут я, наверное, ходила. Манекены кого? Это вон овощ какой-то. Это тоже похож на овощ, типа перчика. Где мясо?
Это похоже на капустку, но вот это да. Я тут еще помню эти куриные лапы встретила. Оказалось, это деликатес азиатский. Их очень любят. Гум Джим. Ну там это спортзал. Ну, джим — это спортзал. Ну да. О, опасно. Ну, как бы так. Да, тротуаров тут как бы так. Немного. I love Bali! Yay! Это да. О, вот мы подошли к Арджуне. Как же его люблю. Такой он грандиозный. Такой величественный, огромный. Просто. И наконец-то не проездом. Не бегом-бегом. Можно полюбоваться вдоволь. И, кстати, вот в прошлый раз я любовалась вот оттуда. В этот раз отсюда. Ну, какие чемоданчики прикольные. Я, кстати, заметила, вот мы когда были в аэропорту Куала-Лумпура, очень много людей вот с такими маленькими чемоданчиками в ручной кладе были. Молодцы. Я тоже к этому когда-нибудь приду. Вот, и трафик, конечно. Ух. Столько людей. Добрый, задумчивый, очень красивый. Тут слон, дракон. Может, еще там кто-то? Может быть, два дракона и слон. Ага. Красиво. Очень красиво. Просто фантастика. Там птичка у него в кармане, ты видишь? У них там гнездо. Эй, вы как? Как вам там в короне живется? Спрятались. А, улетела. Да. Класс. О, пешеходный переход со светофором. У меня что-то голова так резко заболела. Вот прям. Чувствую, надо, да, еще отдохнуть. Но отсюда еще тоже, по-любому, всего. Да, автобусы, кстати, тут ходят. Может быть, мы на нем тоже покатаемся. О, ну каков, а, каков. Вау. Просто потрясающе, Арджуна. И два дракона. И слон такой. С дикими глазами. О, и дракон тоже. Такие, чего ты на нас едешь? Слезай давай. И, ну я не могу, ну просто вот посмотрите на эту маленькую пальмочку. Ну что за чудо. Или это даже не пальмочка, это, знаете, это, по-моему, в Индии тоже были похожие вот эти вот растения. Типа елки. А может, это пальма? Ну, короче. Просто какой-то уголок на улице. Столько прекрасного кругом. Пойдем отдыхать. Набираться сил. Для будущих приключений. Возьму я, наверное, себе сим-карту. И зарядная новая. Аккуратненько надо тут ходить. Оп. Тут мы походили с вами, посмотрели. Что-то как в следующий раз пойдем в другую сторону. Мы к
крыши ты мои, крыши. Я не угомонюсь никак. Ну все для меня здесь красиво, ну все. Но даже если что-то как бы не очень, то оно нет, не страшно. Да, отсюда прям вообще классно смотрится. Такое зеленое, такое яркое. Мяу-мяу. Мяу-мяу, это мои возгласы абсолютного удовлетворения. Просто. Наивысшего. Просто восхищение. Я тут растворяюсь просто в этом всем. И хожу довольная. Мне идет Бали. Как вы думаете? Я думаю, что да, 100%. Ой, как солнышко красиво в облаках выглядывает. Ну что за чудо? Я не могу. Спасибо, Господи, за эту красоту. Спасибо. Так, она пошла в магазинчик. Ну, пойдемте глянем. Фото, видео нельзя. Ладно. Да, какая-то еда. И вот в этих банановых листьях тоже. Я ж не знаю, я не пробовала никогда. Вот это на яйцо похоже. Это? В каком-то... Тофу? А, это тофу. Тофу? Да. Это наси джинго аям, это рис с курицей. Зубочистками такой вот проделанный. Прикольно. $2 вот это тофу. Да? Доллар, почти доллар. А вот и мантра Махалакшми играет. Я не знаю, там какая-то сладость, по-моему. А is it sweet? 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 Or salt? Sweet? А, вот это chicken. А this rice? Рис с курицей. А how much? 5,000? 5,000 за один. Окей, понятно. Ой, не могу, надо идти отдыхать, бо голова вообще что-то как-то. Я водичку сегодня почти не пила, может, у меня от нехватки воды как-то, не знаю. Но все равно хожу, умиляюсь. Мяу-мяу. Берем с собой домой и балдеем. Да, и балдеем. Пошиковали в кафе. Будем дальше дома балдеть. Ой, тут что-то красиво. Нет, это не наш поворот. У нас плакаты были. У нас не было, по-моему, такой штуки. Или плакаты убрали. Но у нас есть фото. По-моему, дальше. Там еще такое черное было. Будет, да? Да. У меня фотографии. Батарейка съела. Слушай, где-то еще были симки. Гулям-гулям, короче. А, ну вот этот рыночек, на котором мы были, да. Мы еще тут хотели зайти глянуть, что тут есть. Ой, папайки маленькие и драгонфрукты, как огромные, слушайте, боже мой. Hello, а how much dragon fruit? 24. 25. 25 one? 1 kilo.
А, 1 кило. 25 тысяч 1 килограмм. Я пока еще не соображаю в ценах. Это почти 2 доллара. 30 тысяч 2 доллара. Ага. За килограмм. А, за килограмм? Да. Тут они не поштучно продают, как в Индии. Напротив дуриана. Да, еще дуриан нам надо взять. Ну, слушай, в некоторых отелях нельзя есть дуриан, слышишь? Да. Запрещают, чтобы не вонял. Ну, не знаю, на улице где-то есть. Они его могут открыть, но просто, да, что мы где-то на улице сядем поесть. Но не сегодня, фу, не сегодня. Не сегодня не хочу. Яйца. Сколько? Yeah. Yeah. Chicken 2000. А, я так и не поняла. Ладно. Ты что-нибудь поняла? Давай его устроим. Всякая овощина, тут фруктики. Давай спросим про яйца. Они, мне кажется, домашние, смотри, они будут вкусные. Давай. Нет, давай на 2. Нашли здесь имбирь. 40 тысяч индонезийских рупий за килограмм, да. Я что-то там посчитала, вроде у меня вышло 80 индийских рупий. 2,6 доллара я посчитала. А по топарте 200 рупий килограмм был. Мы возьмем его. И утиные яйца, это оказалось утиные. 5 тысяч за одно яйцо. А куриные яйца 2 тысячи за одно яйцо. Слушай, какое оно огромное. Боже мой. Я так считаю. Ну, 50 тысяч за 10 яиц. Да. Ну, короче, одно так боже. Ну, интересно, конечно. Нет, никогда не ела я утиные яйца. Да, я возьму. Интересно попробовать. Мы, конечно, не можем готовить. У нас нет кухни, но сварить мы сможем. Ну, яйца. Так это натуральное все. Ну, конечно, конечно. По кафешкам тут куча денег отдавать. Ну. Ой, ну какая штучка, красиво. Как занавеска. Ну не то чтобы, ну почти. Вот с мандалами. Красиво. Вот эти, как я, наряды. Боже мой. Симпатично. Ну надо постройнеть. Все, я ем, короче, этот сельдерей, огурец. Ну, вы знаете, тут реально, тут такой вайб, тут хочется быть здоровым, тут хочется быть красивым. Я сегодня, когда красилась, я хотела рилс просто снять, но думаю, блин, как мне хочется вот, да, себя украсить. Косметика, ну, я, правда, украшения не надела, но бог с ним. Прям такое вот настроение было. Раз спросим, сколько да? стоит массаж. А массаж ступни. Фут-массаж. Где он? Вот фотомассаж. Вот, 30 минут. 160. 30 минут 60 тысяч. А полтора 160. Ну вот 60 тысяч это 110 тысяч за час. Ты хочешь себе массаж? 40 долларов? Да ну, 110 тысяч час. Ну вот, вот если взять массаж вот этот за 30 минут. 60 тысяч. А, 4 доллара. Ну. 4 доллара. Яйца тут 10 утиных яиц за 50 тысяч. Да, 4 доллара. Окей. Можно сделать. Да. Я мечтала давно. Массажи для ступни. Серьезно, я видела, в Таиланде многие делают. Они смеются с нас. Ну на 30 минут. Ну, на хай себе. Настроение хорошее будет. Ой, клево, я сделаю. Да. Просто налила, сейчас еще на руки налью. Аккуратненько, человек тут с подношениями. Все вокруг такое интересное. До невозможности. Нам сегодня за много этого всего. Дети говорит. Здесь
Пойду куплю себе. Ой, тут уже поменялись. Был парень сначала. Чего? Ну вот. Кабель такой прикольный купил, он еще светится. Вот этот. Минус 100 тысяч. А Симка, наверное, уже завтра все. Хочется домой курить. Ну почему тут столько красоты? Ну почему? Ну что же это за распрекрасие такое? Господи, где я? В раю? Да. Мне вот кажется, мы немного прошли, кажется, ну, туда-сюда. Так плодотворно, продуктивно. 14 февраля, который мы заслужили. Гули-гули. А сегодня, кстати, еще выборы президента Индонезии, я прочитала. Так что тут какой-то такой Шанхай непонятно творится. Ну что, почем? Это будет у них скандал. Наверное. Я думаю, что вряд ли они разные цены. Наверное, им фирма дает. Small? 40 гигабайт? Small? 14. More GB, how much? More. Больше. 2? 4. 2? 24. 24? Yes. Okay. How much? 200. Да, тоже 200 тысяч. Ну, будет одинаково. Им там паспорт надо. Да. Не хочется пока заморачивать. No, нет проблем. Ему фото надо даже. Ну, в смысле, вместо паспорта можно фото. Но я уже вообще никакая. Все. Хочется домой. Вот наша улица. Да, вот плакаты. Ориентир. И большой черный этот домик. Кафе, это те что? Кофе. Бутыра. Ура! Ну, после дождика все-таки свежо. Да. Куриное, кажется. Ну, кстати, разные подношения. Разным духом разные подношения. Такая нация. Ветерочить. Да. Густи. У нас тоже густи. Так, где-то тут вода была. Надо взять. Да, я чувствую впечатление на сегодня мне достаточно. Спокойненько так входим, вползаем, вплетаемся в этот ритм, в этот балийский вайб. Вот тут как много людей. Значит, наверное, вкусно. Да. Хорошее, видимо, кафе. У меня экстаз от всего, просто от всего. Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Какие красивые корзиночки эти. О, давай, да. До невозможности. Сколько раз на сегодня я сказала слово «красиво». Кажется, очень много. Тут некая автобусная остановка. А это может быть написано, куда идет? Или нет? Нет. Банджар, это не то.
Банджар это... Это, по-моему, смотрители. Не, одно и то же повторяется. Да. Ну. Ты думаешь, что такая улочка узенькая? Ну, что он тут останавливается? Сука, сихал. Сука переводится как нравится. Мои картошки. Бургеры. 40 тысяч, 35. Ну, как и там тоже похоже. Так, вода, вода. Идем за водой. Блин, остался последний коконат. Инна мне удружила. Как обезвоженному организму. И воду берем. Are you can open? Yeah, open. Yeah. Слушайте, такой огромный просто до невозможности. Yeah. А water 20,000 yes? Yeah. Окей. Класс. Какие они тут огромные. 15 тысяч, это сколько мы считали? Я забыла. А, это доллар. Мы еще туда были много, да? Да. Пользуйтесь спросом, кокосом. О, я сейчас попью, какое счастье. Скажу вам, как на вкус. Тут какие-то другие кокосы, видимо, не, так, не такие, как, не, не такие, как в Индии. Наверное. Окей. Ну что? Отличается от Индии. Он какой-то божественный. Реально, такой вкусный. Ой, надо присесть. Ну какой огромный. Балийское блаженство. Can you show your finger? Yeah, but I clean yes, already. Yes. В общем, у них вот этот инк, yes? Special ink yeah. For finger. В общем, они, когда участвуют в выборах, они не ставят галочку, они протыкают ее так, чик. Yeah. Yes, когда президента выбирают, but, протыкают. But in the morning, full. Full, yeah. Ah. But clean, already clean. Ah. Wonderful, yeah. Wonderful. Thank you. Oh, yeah. Oh, so nice. Да вот мы и дома уже. Стемнело. Я даже успела подремать немного. Загрузила видео. Все круто. Сейчас еще смонтирую, еще одно загружу. Вот такой вот получился приятный денек. 14 февраля, день влюбленных. Еще раз всех поздравляю. Пусть в вашей душе всегда будет гармония, свет, любовь. Шли лучики добра и любви вам из фотопарти, уже хотела сказать, с острова Бали. Люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.